Капот уже не открывается совсем, потому что он у меня открывался на ходу, и мы его как бы захлопнули. Теперь я не могу даже отсюда уехать без помощи автослесарей. Сейчас буду вызывать эвакуатор, наверное, чтобы посмотрели, потому что машина не заводится. Эта старенькая «Лада» не просто средство передвижения, она боевой друг команды неравнодушных людей. Наше волонтерское движение «Патриоты России», город Орел, помогает нашим парням в зоне специальной военной операции. Также мы по мере возможности помогаем семьям, которые живут на освобожденных территориях. Волонтеров, готовых помочь, много, и грузы эта рабочая лошадка перевозит немало. Задние сиденья убираются от слова совсем, и машина едет, задний бампер, практически по земле. То есть мы загружаем не столько, сколько она должна увезти, намного больше. Не добавил здоровья автомобилю тот факт, что эксплуатируется транспортное средство в зоне боевых действий. Немножко оно у меня пострадало в зоне СВО, это мы уже сделали. А так вот это все было разбито, но капот остался чуть-чуть там с пораненный, как говорится. И человеку, далекому от автомобильной сферы, с первого взгляда становится понятно, машине пора на покой, вот только заменить ее нечем. Прошу помощи у людей, кто поможет приобрести автомобиль для развоза грузов в зоне СВО. Потому что уезжаем мы можем как на полтора, там двое суток уехать, так можем и 4-5 дней провести в дороге. Денег на приобретение нового автомобиля у волонтеров нет, а на поддержание работоспособности этой машины уходят немалые средства. После каждой поездки не меньше 30 тысяч я в нее вкладываю. Не меньше 30. Несмотря на состояние автомобиля, сбор гуманитарного груза не останавливается, а Светлана готовится вновь отправиться в зону СВО. Будем работать дальше. Все равно не сдадимся, выход из положения найдем, но очень боюсь, что не смогу ездить к парням. Вот для меня это самый большой, как говорится, удар. 9 мая, в День Победы, на нашем телеканале состоится благотворительный марафон, в рамках которого будет объявлен сбор средств на покупку нового автомобиля для Светланы Селиховой. Внести свою лепту в общее дело сможет каждый. Максим Козлов, Кирилл Ланов, Ольга Садовская. Видное ТВ.